Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем проходить Horizon Zero Dawn. Так, чего у нас дальше? Нет? Так, подождите, в нее же... А, не все так однозначно началось тут. О, вот и Мишка. Офига. Готово. С этой штукой мы разобрались. Так. Офиг. Смотрите, как снег под нами продавливается. Симпатично. Если вы спросите, а почему Ледоклык так быстро умер, потому что я понизил, я решил, принял такое решение понизить уровень сложности, потому что лично мне никогда не особо не доставляло удовольствие умирать из раза в раз, что хочется сюжет посмотреть. Игру мы на нормальной сложности прошли, поэтому я считаю, что я могу себе позволить в этом DLC понизить сложность, чтобы наслаждаться сюжетом без необходимости по 10 раз проходить одно и то же место. Опять же, если даже вспомнить вон ту пещеру, с которой мы, блин, еле-еле выбрались, когда тебя шотало с одного удара. Ой, там что-то фиолетовое светится. Вопрос только, как туда забраться. Так. Вот так. This must be the shrine Neltuk was talking about. Guess I should take some blue glue. Sparkles. Синий самоцвет. Смотрите, у нас их уже 3. Соберем еще 9, можно будет лук банук с электрострелами купить. А, это не точно. Они тут так обустроились. Еще какая-то дверь. Дверь бункера, фига. Еще какие варианты у нас есть? И чего? Бумс. Так, а чего вы от меня хотите-то? Взрывозащитная, высокая прочность,
Герметичность не нарушена, и окей. А тут у нас что такое? Тут у нас ничего. Это морозильная камера. Could be something around that my focus will see. Ну, пока непонятно. Так, ну здесь никто ни на что не реагирует. О! Вы предлагаете мне обесточить эту дверь? Это не будет выглядеть как проникновение в частную собственность? Ну, там типа невежливо все дела. Видимо, нет. А, или мы просто через вентиляцию туда проникнем. И чего? А какая у нас цель? Замкнуть все или что? Видимо, да. Я не знаю, что я сделал, но допустим. Что-то покрутил, что-то с кем-то где-то соединил, и все случилось. Зато эту дверь теперь можно открыть, так что своей цели мы добились. Ладно. Такая шахта лифта, наверное. Так. Это все как-то очень непросто у них здесь. Какие у нас варианты? Хорошо. Наверное, еще холоднее. Так, разбежимся. Оба, опа, повисли, молодец. О, еще и костер есть. Ха. Ну, Элой, ты одета немного не по погоде. Так вот, самую малость. Okay.
ничего интересного нету. I've asked 1,000 times. Speak to me. What more would you have me do? Is there no prayer that will reach you? No mark that will break your bonds? Ah! I can't help you if you won't speak! Whisper is all I ask, to guide me. Huh. Who? No. How? How did you get here? The way was sealed by the spirit herself. I used one of these. I could show you. Yes, show me. Так что, ты будешь на нас нападать или не будешь? Это опять эти странные непонятные штуки. Допустим. А? Так, ну допустим. Интересно. Так, свет он выпускает. А, там у нас же два ряда. Ух ты. И чё с этим делать? Давайте посмотрим, ладно. Так. Будем потихоньку соединять одну с другим и посмотрим. Так, вот сюда мы соединили, и чё, и на этом все. Ну вот разве что вот так. Мне кажется, это не совсем так должно работать. Так, хорошо, давайте попробуем по-другому. Вот так. Это пойдет сюда. Это пойдет туда. Так, так нельзя. И у нас снова все уперлось куда-то не туда. Идем в эту сторону. Так. Так, хорошо. Дальше. Так. Продолжаем. О, вот мы уже продвинулись куда-то. Так. Ну, я думаю, это не совсем так должно быть. Вот, вот так.
Оп. Мы справились. И что это было? You heard it. Voice of the spirit calling to me from the heights of Thunder's Drum. She was able to throw off the bonds of the daemon for a moment. Because of what you did. Who are you? And what do you want? I'm Aloy. Neltuk sent me. He thought that you could use my help. He was not mistaken. You've been a revelation. Now I know for certain that the spirit endures. Perhaps together we can find a way to set her free. Let's not get ahead of ourselves. I came all this way for answers, and so far, I haven't heard any. It seems to me that you are the answer. But of course, I'll tell you all I can. Berggren said you might know something about a man named Silence. That you may have had dealings with him at the Conclave. When that name is spoken, secrets soon follow, or vanish, as the case may be. Why do you want to know? He's done some terrible things. But he's also helped me when no one else could. I don't know as much about him as I'd like to. I would imagine his aid is very powerful. It will not come without cost. Unfortunately, I am sworn to an oath of secrecy by the Conclave on this matter. I get that. But you and I are trying to help each other, right? Yes. But I would be breaking an oath, and that I cannot do. You seem to have a history with this voice, this spirit. She saved my life. Here, years ago, during the war with the Karja. A raid scattered my Werak. I was cut off, alone. I lured the enemy into the Rime Drifts, hoping to lose them in the mist, but they endured, so I took refuge in this cave. That's when I heard a voice. A wanderer. Lost, like me. A spirit of the blue light, yet sundered from it. She asked me for aid. She chose me. But I was in no position to help, not with the Karja after me. So she helped me first. By closing a door on the mountain below. One you must have opened to get here. Locked by means similar to those found in this room. It kept the Karja from reaching me. Safe from them. Как ты сама-то сюда входишь и выходишь? The daemon. What do you know about it? I spoke with the spirit many times. First here, then inside Thunder's Drum. The last time. She told me she was under attack by something that could not be seen by mortal eyes. Something. Evil. She named it the daemon and said it needed her power to do what it willed. And she begged me for help to find a way to destroy her if necessary to keep it from using her. That was 5 years ago. I didn't hear her voice again. Пять лет в стену орала, что ли? Или что? Let's see if I've got this straight. We heard two voices. One you call the spirit. Captured somehow by the one you call a daemon. Whatever this daemon is, it's related to the machines and why they've become more dangerous. I want to know how. Both the spirit and the daemon are on a mountain, Thunder's Drum. So why don't we go there and figure out what it all means? We can't. Thunder's Drum is dangerous, more than you can imagine. The daemon has secured it. Besides, our talk won't let us go. As chieftain, he controls the pass to the mountain. And he can't be reasoned with. Sounds like you need a new chieftain. Ha! There's an idea that's certain to win us friends. Well, you said you were a hunter. And I'll wager you're not an ordinary one. It's not impossible. Even for an outlander. An Aratak couldn't refuse the challenge if you were known among the Werak. Wait, me?
challenge Aratak? I don't want to be chieftain of anything, much less a bunch of Banuk that don't want me. But you want to go to Thunder's Drum, don't you? You heard the spirit. She is suffering, tormented by the Daemon. She longs to be free. And perhaps, when released from her bonds, she can give you the answers you seek. I can't believe I'm agreeing to this. Fine. What do I have to do? Get the Werak's attention to show the worth of your claim. Oh, господи, опять! Kill bandits that prey on the cut. Or speak to my friend Sekuli. You help her, you'll definitely get noticed. Is there a tall neck in the area? Yes, near the frost figures. But it's been frozen in ice for generations. What does that have to do with anything? It'll help, trust me. Maybe even more than I thought. If you say so. Do all you can. When the time comes for you to throw your spear at Aratak's feet, I will be there to back your claim. Until then, I'll be here to answer any questions you have about the challenge. Oh, and one more thing. In the box over there is a weapon, like my own. Take it. Какое у тебя оружие? Чем ты там меня порадуешь? Вы преодолели тропу шамана. Ладно. Итак, и что за оружие? Буревик. Где? Куда? Ой, господи. Предмет, оружие. Буревик. Что-то такое. Триста сорок и удар электричеством. А мы... Тоже чуть-чуть электричеством. 200-204. Ладно. О, и 6 самоцветов мы получили. Тоже приятненько. Так, как нам отсюда выбраться? This animal figurine. The shape looks familiar. А, вон выход. И так. Это что? Общая тайна. Так, тут охотничьи угодья, лагерь разбойников. Длинна шеи. И поговорить с Секули. Иу. Так, я хочу к длинна шею. Для начала. Длинную шею, чтобы открыть эту карту и не блуждать уж слишком в потемках. Нам туда. Демонический щелкозуб. Очаровательно. Мы же можем срезать. Зачем идти в обход, если нам ничто не мешает срезать? А, вот он.
Ой. Пугал меня. А, еще не все. Неплохо он так бабахнулся. Все еще живой. Нам надо как-то туда забраться. Вот, я вижу, как-то нам туда забраться. Need a lead. Focus might find something. Looks like the scavengers ripped out three major parts. If I could bring them back, maybe I could even reactivate it. But it was inside its head. И чего? Где ты мне предлагаешь их искать? Ай! А, ну, в принципе... Сердце коршуна. Я потерялся в направлениях. Короче, они все три равно удалены от удобных местоположений, назовем это так. Длинную шею мы забрали. Так, еще две осталось. Два, а нам надо три. Воу. Воу. Ты что такой дерзкий? Мистер Огневолк. Напугал. Оп, самоцветик. О, у нас уже их 10. Осталось еще два, и мы купим новый клевый лук, я надеюсь. Так, и остался последний. Последняя деталька. Чем будем чинить длинношея? Так.
Да стой ты ровно, птица. А. Свалилась тушка, здрасте. Уи. Все, можно пойти теперь его починить спокойно. А, мне ж наверх надо было. А, эти две штуки внизу. Ага. А, теперь его надо коротнуть. Ожил и пошел. А, то есть он такой пошел, но при этом, блин, а сразу мы не могли на него как-то залезть, нет? Вот и долго он там гулять будет. Ну, подождем-с. Когда он там вернется. Он же должен вернуться, по идее. Полагаю, что он вот как раз там и пойдет. Вот там, там, и вот здесь вот он будет возвращаться. Ну, если я правильно понимаю. Что пока что он от нас только удаляется. Но мы стоим, залипаем на снежочек. Все дальше и дальше от нас он уходит. Ну, подождем-с. Я стоял, оглядывался, я увидел, что вон там вот, где болтается впереди еще флаг, еще один, типа, точки запрыга на него. И, в принципе, мне не обязательно было стоять и выжидать его конкретно на этой позиции. Ну, с другой стороны, вот он уже почти до нас дошел обратно. Нам все еще так и не объяснили, что заставляет их ходить кругами по этой зоне. Ведь Гея же должна была какой-то конкретный смысл заложить в длинношее. Да, хорошо, считывать местность, составлять карту, анализировать места обитания, но... Не знаю. Может быть, это логично, просто я этого не понимаю. Так. Ну, теперь стандартный наш процесс добирания к нему на голову. Так.
Ну вот и все. И чего мы узнали об этом местности? Ух ты, тут какие-то интересные озера. Теплые, что ли? Это что? А, это общая тайна. Тут сикули. Ио. Ну, я думаю, имеет смысл, раз мы разобрались с ним, теперь вернуться к сикули. Она якобы поближе, чем вон те ребята. Ой. Замечательно. В принципе, да, мы же могли сразу вот так вот сделать. Но надо было эффектно спуститься и покрасоваться. Это бесспорно. Текс. Чё по сикуле? Сикули. Ой. А, там квест дают. Надо взять. Так, это все мне. Что скажешь? I finally met some Banuk, keen to trade with outlanders. Then they up and vanished. Three Banuk hunters rolled in a few days ago. No provisions, junk equipment, no idea how to strip a machine for parts. Asked me to outfit them for a long trip. You know me, Aloy. Нет, не знаю, я тебя вижу в первый раз, во второй. Well, They tried, just look where they did to this Thunderjaw heart, but that was ages ago, and I'm starting to worry about them. Tell me, Bergrund, are you worried about their well-being or your purse strings? A man can worry about two things. Uh-huh. What kind of deal was this, really? Just what I said. I was nothing but generous, Aloy. After they dropped this ruined heart at my feet, I even gave them another chance. Sent them to fetch a few other parts I need. But you haven't seen them since. Hide nor hair. Может, они от тебя сбежали? Collector Bergrund. If I look for them, it'll be to make sure they're all right. Of course, of course. Fires of the Forge, forgive me. I actually like these idiots. The molten steel of youth and all that. But, if you do manage to find them, you could remind them of the deal we made. A scorcher claw, a loop of sinew from a stalker, and a snap morphing. If they bring me those parts, their debt's paid. And then some. Just make sure they don't bust them up too badly. I'll consider it. Last I saw them, they were heading northeast. Good machine hunting up that way. If you decide they're worth the trouble, you might look for them there. Я подумаю об этом. Так, сейчас меня интересует... Меня волнует... Вон она наверху, а... Так... А, это я могу сидеть сказку слушать. Это стул? Я думал, это оружие. Не, не понимаю, как до нее добраться. Она там наверху. Куда флажок меня ведет? Ч
почему у меня вообще этот флажок приделан? Что-то я потерялся вообще в направлениях. Так, как будто бы не сюда мне. When the old ones were fresh in their graves and our numbers were still small. И чего дальше? Где это ваша сикуля, блин, заныкалась, я не понимаю. Ладно, допустим, я нашел свое направление. Я починила. Спасибо, я это заберу себе. Так. Секули, я пришла. Все еще не туда, я понял. С кем ты разговариваешь? Let's get it over with. Quite a view you've got up here. It's a useful perspective. How fleeting we are when the world is so wide. From up here, you can see how the light paints across the land. Ever changing. That's a lesson. All our marks will pass. That outlook sounds a little depressing for a painter. Haven't met many artists, have you? Song's Edge needs new stories. I scrubbed its past off this rock to start anew. But a new start needs new colors. Fresh pigments, like none have seen. Araya said you could help me get the Werax's attention. Araya works in strange ways. But I've drunk paint to survive in a blizzard, so I'm one to talk. I'll get you noticed, if you bring me the pigments I need to complete my work. И где я тебе их возьму? У меня есть Акалина светлая. Акалина темная, Акалина обычная. Тут у меня ничего нету, тут мне ничего нету. I'll see what I can find for you. Seek out the vibrant ones. A spring of sudden color among snow or rock or metal. That's its own reward. But I'd reward you as well. Ладно. В общем, нам нужны пигменты. Нам бы карту этих пигментов тогда бы найти. По-моему, у торговца какого-то они были. Сейчас проверим. Так. Может, тут они были? Карта цветы, карта обзорные точки. Или нет, или мне показалось. Фигурки банок, металлические цветы. Так, а может это у синего торговца было? Так.
Вот этот лук мне интересен, он стоит 12. Вот, смотрите, карта пигмента. Я ж помню, что я видел. Вот. И что у нас теперь карта? Ага. Вот. А, ну как бы тут эти пигменты тут направо и налево распиханы. И один вот прям даже вот здесь. Пойдемте его найдем. Вот прям вот здесь. А, нет, не здесь. Блин, прикольно. А чё оно все такое разноцветное у вас? Лежать. Козочка. Так, и чё? И где? Пигмент. Где-то тут? А, где-то в области. Оно всё тут такое разноцветное. Может, в этом есть какой-то скрытый смысл? Но как будто бы нет. But I tan this leather well. It'll keep. Не вижу никакого я пигмента здесь. Стоп, вот же он. Соль светлая. Вот. А, пигментов-то вон всего 9 штук. Имеет смысл все это барахло собрать по-быстрому. И вот сюда, наверное, фиг залезешь. Столько дел, капец. Что ж, я думаю, на этом серия подходит к концу. И уже в следующей серии мы продолжим заниматься всякими этими невероятно важными делами. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.